задачу и будем отдавать все время инициативу. Вот канал у вас. Колыванов входит в штрафную площадь, очередной раз падает. Его сбивает, конечно же, 11-метровый. Если и это не нарушение правил, тогда я этого арбитра не понимаю. Ну, в общем-то, этот арбитр снискал себе славу тем, что судит он крайне непрофессионально. Обратите внимание, даже будь двух мнений, не может это явный 11-метровый.